Хей, всем привет, с вами Данурандан. Мы играем Undertale 2, Don't Forget, вы мои няши. В общем, офлайновую сессию продолжаем. Вот теперь музыка слышна. На 10% она не слышна была. Ничего не изменилось. Не открыть. Тронная, да? Ну это же обычный первый Undertale, по-моему. На второй не похоже. Чего? Где-то что-то открылось, говорят. Что-то закопано. Вы нашли ПОГ. Добавили в коллекцию ПОГов. Че, фишки, что ли? Thank you.
Жаль. Жаль, что не работает. Очень жаль. О, вход в Нарнию. Вы входите в темный мир. Это другая временная линия. Держись, клоун, перед тем, как ты войдешь, я тебя предупрежду. Здесь много ребят, которые тебя уничтожат. Хо-хо-хо. Ты будешь побежден. Понятно. Наполняет ваши силы. Приготовьтесь быть побежденными, Лансер. Опять Лансер. Хатя преграждает путь. Just yet.
Мне здесь прокромсают. Да. Оп. Тут нигде сохранения нет. Кажется, что ты сделал это. Сделала это через наше королевство. Но не будь такой гордой. Здесь больше моих ребят. Они размажут тебя. Если захотят, в всяком случае. Листва на деревьях наполняет тебя силой. Добро пожаловать в лес Скарлетт. Вы на пути к замку, Карт? Да. Удачи вам. Хватит смотреть. Эй, вы направляетесь в карточный домик? Тогда вы должны вправо. Не знаю, зачем вам туда идти. Они говорят, что там кто-то странный. В темнице. Не говорите королю, что он об этом рассказал. Вправо так, вправо. О, пуг. Собачки фиолетовые. Рудин Дрю приближается. Действовать. Convinced. Вы сказали Рудину, чтобы остановиться. Может, с ними драться надо? Уже не хочет драться. А, он хороший. Эй, тебя не уничтожили еще? Это не моя проблема. Я отдыхаю. Не видишь, что за мной королевский ход? Уйди. Распродажа выпечки. Хотите шоколадный ромбик? Все средства передаются в Рудин Релиф, полагаю. Она стоит 75 голды. Ну, давай. Хати предлагает сердечный пончик. Все в хате отправляется купить. Здесь никого нет. Вы чувствуете что-то хаотическое, рыскающее внизу подземелья. Оно наполняет вас силой. Внизу это вот здесь.
заперт. Вы слышите хаотический смех. Наверх в теневой фонтан. Теневой фонтан. Трон какой-то. Сокровище. И что? Что это дало? А вот же. Ладно, ладно, я кузнец Малиус. Я могу переименовать твое оружие для тебя. Это для косметических целей. Если ты вытащишь оружие, его имя будет сброшено. Так что держи это в уме. За 250 голды я могу переименовать оружие. Как его будут звать? Не сейчас. А зачем вы вообще сюда пришли? Просто куст. Ой. Похоже, что ничего не было найдено особо полезное. Тупик, по крайней мере, какой-то был мне на пути. Странно.
Не зафигачит. Ну и что? Ты меня пустишь? Ключик искать, может, нужно? У тебя нет голды. Конечно, нет. На этих все пончики ушло. Они мне даже не применились. Если бы король был здесь, кто-нибудь должен был сказать ему об этом. Его единственный сын, друг со светлыми силами. Но это не я расскажу королю. Меня тогда уничтожит. Король даже не здесь. Почему мы присматриваем за принцем? Я должен прекратить. Не могу. Ну, здесь ключик. That was one of the most pathetic things I have ever seen. I thought you were better than that.
Кошмар. Надо со всех ног убежать до следующего сохранения. То убьют еще. Валить надо из этого параллельного мира. Это буш. Меня не убили, наконец. Это говорит, хватит смотреть на мои ноздри. Смотрите, у него нос на всю голову. Видите? Это у него нос на всю голову. Ужас. Ну круто, да? Что такого смешного монстра придумали? Ха, не можешь попасть. Ничего не надо делать даже. Нет. Сказали, что тентакли хорошие. Блин, ну хорошие у тебя тентакли. Зачем ты меня убила? Нет. That was one of the most pathetic things I have ever seen. I thought you were better than that.
Или мне просто удалось пройти? Надо чапать назад. Значит. Смотреть другие. Другие миры. Другие локации. Что это? Лифт, новый дом. И тут меня убьют. That was one of the most pathetic things I have ever seen. Стоп, мне казалось, что после входа в эту, ну, в этот сервер или какого, в этот мир, типа горы, не знаю, как, зовите как хотите. Мне казалось, ну, в первую дверь, да, из хаба, что можно будет выбраться. Оказывается, нет, это вообще был выбор игры. Трындец. I believe in you, human. You can't give up just yet. Get back on your feet and try again. Learning from your mistakes builds character. Понятно. Child,
You did your best. Get back on your feet and try again. Learning from your mistakes builds... Как-нибудь потом, может быть. Нет, не надо нажимать Escape. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.